Привет, 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 привет всем. Доброго дня. Наконец-то отработалась. Сегодня вообще быстро все сделала. Ну, я сегодня две девочки только брала. Больше все, хватит. Слушайте, такой коллапс был вообще сегодня с утра. Какие эти пробки были. Смотрите, что тут навело. Машину ждать? Нет, что-то деньги найти не могу. Ушли? Угу. Смотрите, там ничего нету в коридоре. Это капец. Это вообще трэш, что творится. Она у меня вся заметенная. Поехала я на автомойку. Шоколадку подарили. Какие мне вообще шоколадки с моим лицом? Машина вообще... А? Сейчас, секунду. Клиентка моя подошла только что, сходили с ней до студии. Деньги потеряла, 3000. Посмотрели все в коридоре, перерыли, нифига нет. Фух, неприятная ситуация вообще. Что-то терять я вообще ненавижу. Еще и деньги, еще и перед праздником. Ну, может, засунула, я говорю, куда-то. Если бы потеряла, они бы лежали. Не знаю, фиг знает. Фух, сегодня елку будем с детьми брать. Наконец-то, наконец-то. Прошло, закончилась эта неделя. Завтра в Екатеринбург, наверное, поеду. Вчера Данил приехал. Все. Теперь нас трое снова. Надо что-то готовить, есть, кормить ребенка. Там баба вчера пиццу опять на это настряпала, отправила. Пирожков, господи. Как так? Как так? Конечно же, я навернула опять. Вот, вот. Сегодня 3 градуса. Ночью будет 7 градусов. Минус 7. Поэтому мне нужно помыть машину, и чтобы она у меня не замерзла. Потому что завтра уже до минус 30 будет ночью. И все. Так что мне нужно помыть машину, это во-первых. Во-вторых, чтобы не замерзла. И, блин, потом в чистую машину елку буду толкать. Ну, тоже вообще... Ладно, пофиг. Он мне сказал, мешки засунет, да как. Так, что, тачка прогрелась? Поехала я, отключаюсь. Позже подключусь, может быть, на автомойке. Делать нечего будет, все равно буду сидеть. Приехала на автомойку. Сижу тут. Сижу тут, жду, когда намоют мне машину. Еще даже не начал. Ой, блин. Там магаз есть, кулинария. Сходить, что ли? Так жрать охота. Схожу, наверное, что-нибудь возьму. Хотя опять выпечки наемся, у меня потом будет живот болеть. Типец, все так сложно. Все так сложно, все так тяжко. Наконец-то заканчиваются уже эти недели сумасшедшие. Быстрее бы уже Новый год и отдохнуть хоть, на самом деле. Я с Вовкой уже не знаю, сколько времени не проводила нормально. Он вообще на меня обижается. Он же ребенок не привык к такому. Он привык обниматься, целоваться, что-то вместе делать. А я тут приезжаю без сил. И даже это, спрошу, как дела, что в садике. И вот все, он наверх поднимается, и я внизу. Вот, короче, как-то так. Надо хоть с ребенком пообщаться нормально. Сейчас все выходные, праздничные дни будем. Что-нибудь будем делать. На горке будем ходить, кстати. Кстати, сегодня 28 число. 28-го. 28-е. Завтра, 29-го, будет у нас открытие горок. Я вообще не понимаю, какого черта они так поздно открывают. Раньше, мне кажется, мы на горке ходили числа так с 14-го, с 13-го, наверное. А сейчас вообще за 2 дня до Нового года они открывают городок. И после новогодних праздников уже закрывают. Вообще капец. На улице опять снег падает, такими крупными хлопьями, вообще так красиво, как в сказке, это вообще, как в сказке. Я сегодня с утра до машины еле-еле добралась, снега по колено, это вообще. Данил сейчас сказал, иди снег убирай, должен почистить, но это вообще все-все замело. На машине вот такой слой снега, я устала сегодня, со стекла соскребла и все, так и поехала вся в снегу. У меня ни фар там, ничего не видать, сейчас помоют хоть. Опять, наверное, навалит. Ну ладно. Сегодня игрушки достану с гаража. Елку привезем, будем наряжать.
Наконец-то, наконец-то Новый год. Уже 2021. Офигеть, какие цифры, я вообще. Я раньше думала, 2020 это вообще мы на машинах будем летать. Ни хрена подобного. 2020 все еще это бюрократия, все еще эти очереди. Короче, у нас стабильность в России, да в принципе и в мире. Что-то все это как-то вообще все не так. С ног на голову все переворачивается. Дети в ТикТоке снимаются, кривляются, как обезьянки. Хоть бы почитали. Хоть бы что-нибудь прочли, книжку какую-нибудь. Нет, танцуют. Танцуют. ТикТоки, лайки. Что за фигня, я вообще не понимаю. Не понимаю, сама себя сижу, снимаю. А? Нет. Они у меня не высохнут, ты что? Так, пошоркай их или что там, я не знаю. Коврики, говорит, стирать. Как коврики стирать, если они у меня это не резиновые же? Какую-то фигню спросил. Кстати, он мне мыл уже в прошлый раз машину. Помыл, я потом ходила, как это, домывала. Внутри в салоне вообще ничего не протер. Ни сиденья, ни двери, нифига. Я говорю, ты что мне, говорит, опух помыл? Ну, они, правда, со скидкой моют. Так-то вообще моя машина... Ой, комплексная мойка. Моя машина стоит 550 рублей. А мне Артур за 400 моет. Вот. Поэтому, наверное, он и это не старается. Бок болит правый. Это у меня, наверное, опять желчь. Желчный, у меня забит желчного пузыря. И если я нормально не ем, как обычно это делаю, у меня начинает болеть бок. Вот мне тогда сказали, кушай, принимай еду постоянно. Не сидите на этих голоданиях. Но я не голодаю сейчас, просто мне некогда было. С утра я улетела, все, кофе попила, и все, на этом вся моя еда кончилась. А ведь надо кушать, нормально кушать. И сегодня, наверное, суп приготовлю. Куриный, наверное, такой легкий с лапшой. Во, точно. У меня курица есть, там бедрышки. Еще с дня рождения осталось. Надо заехать в магазин, набрать продуктов. Наш сын приехал. Ребенок кормить надо. У нас вот ничего с Вовкой не было. Мы так себе возьмем, чем перекусим, все. Он у меня то у бабы, то у бабушки старые. Короче, то еще где-то. Все, весь этот декабрь. И там, и везде, короче. Ладно, я отключаюсь, нифига не слышно. Потом. Сходила все-таки в кулинарию, взяла шаньгу, сижу и ем. И взяла два пирога. Один с картошкой, а второй заливной с курицей. Сейчас покажу. С голодухи набрала. Сижу, точу. Вот, короче, с картошкой. Да, блин, нифига не видно. С картофелем, а это заливной. Типа, знаете, типа пицца какой-то. Вот. Ем без зазрения совести. Наворачиваю. Ой, вина, блин. В этом вся ты. Что хотела сказать-то еще? Забыла, блин. Мама звонила только что, завтра поедем с ней в Йогурт, на таганчик заедем. Подарков, говорит, купить надо, я не знаю, что она на таганчик собралась брать, какие подарки, такая смешная. Подарки, как будто их нигде больше нету. Ну, прокатиться человек хочет. Прокатиться хочет. Так что сейчас машинку помою, буду на чистой своей красоточке кататься, малышки мои. Ладно, буду отключаться, потом подключусь, когда пойду с детьми, так что все. А, может быть, сейчас, кстати, да, на улицу выйду, если там будет снег, я поснимаю, так красиво вообще. Такие крупные хлопья, снежинки, такие красивые, так падает все. Блин, офигительно. Просто вообще, нас же природа вот это вот все придумает, да? Какая красота вообще. Тепло, снег идет.
Блин, круто. Кайф. Кайф. Засунула елку. Сиденье максимально приблизила. У меня вообще голова не работает. Я вышла из машины, ключи оставила. Пошла. Пошла. Вон. Вот тут вот салфетку положила, чтобы мне сиденье ничего не это не трогало. Пошли в магазин. Я бы вообще сюда не ехала. Попугаю нужен корм. Он уже 2 дня без корма. Начинаю корм не купить. Что? Помнишь эти киндеры там? Да. Угу. Не, как это так? Киндеры были без киндеров? Очень интересно. Ну такие желтые-то. Уезжай ты уже, бля. Открывалась, мамка. Ну еще, знаешь. Ну вот там на шоколадке там внутри. На шоколадке и на три. Угу. Такой киндер на три шоколадки. Понятно. Понятно, понятно. О, какой кипиш вообще. Сколько народу. На, подержи, я маску одену. 7 дней, а мама корявый. Бери маленькую эту корзину. Не корзину, а тележку. Ой, где она? Вон стоит. Малявочная. На, список составится. Продукты закупать сегодня 28 число, завтра уже 29, потом 30. Господи. Гномка, гномка. Лёвка, бананы взять? Давай. Немножко возьму. Возьму 2 штуки, потому что опять не съешь. Все выкидывается, вообще мне это бесит. Что, гранат взять, Вова? Давай. Нет, я в Юстере тогда брала. Там они были по 150 рублей, а здесь вон 98 рублей гранат. Нет, это недорого. Один возьмем, да? Курма, нифига себе, 290 рублей. Че, вообще куку? А, вот еще есть по 105. У тебя нет таких денег? Нет, у меня есть такие деньги. А что? Ну почему я должна его покупать по такой цене, когда она в реале должна быть другая цена? Курму возьми. Возьми, возьму. Чтоб я даже выбрать ничего не могу. Это еще твердая. Блин, люблю корму. Вот это вроде ничего такое. Что-нибудь вырежу. Что-нибудь вырежу. Парочку взять себе. Вот так. О, блин, капец. Даже выбрать не могу, реально. Раньше корма такая была, она прям реально вязала во рту. Сейчас почему-то она не такая. Сейчас она уже не вяжет. 260. Ничего. Что, столько видов ее всякой разной. Вот так. Вот так. Так, что это? Грейпфрут? А это что? Сливки? Огурца взять. Так, 129, 124 возьму вот это.
на 124 рубля. Для помидоров взять. 124. Всем по 124. Так, пошли, у нас все чайные, кстати, идем. Иди сюда. Ну хватит бегать уже туда-сюда. Бананы. Бананы. Какого? Ну что у тебя сладкого-то? Так, гранат, гранат. Ой, пакет сбросил. Так, дальше идем. Писки, да, мама это делает. Ты, вот куда ты пошел, Вова? Ну подойди сюда. Ты иди, что я взвешу. Томат. 124. Невозможно в этой маске. Прям вот нос чешется, все чешется. Иди сюда, дай мне огурец еще. Дай мне огурец. Да все уже. Овощи. Огурец гладкий. Все, пойдем. Пойдем чай. Чай возьмем. А сколько подарков. Сколько сладостей. О, мандарины. Такой ажиотаж около мандарины. Мам, я нашла чай. Только я не знаю, чай это вот. Это чай, да. Но это чай заварной. Ну и что давай? Нам надо пакетик. Ну так-то да. Тема классная. Заварной чай, это, конечно, круто. А это что это? Заварной бы я сама попила. В принципе, чай-то не видно. Ну давай, пойдем. Пойдем, пойдем возьмем. А ты обычно хочешь? Возьмем давай и заварной тогда их в пакетиках. А, это плед. А постельное почем? Почем? Плед, плед, плед. Так. Вот возьму Ахмат. 49 всего. Акции. Офигеть. Испугался? Ти. Мам, что это? Зёбка. Где? Я не знаю, не смотри. Не смотри. Феник, это что за чаи такие? Чай черный, чай черный. Черный. Вот такой чабрец. О, чабрец это круто. Чабрец это классно. Шестичь, чабрец, ароматный бергамот. Вот, например, это. Такого подожди, не отвлекай меня. Чай черный с травами, восстанавливающий. А что тут? Что тут в составе есть? О, состав. Так, индийский чай. Шиповник, шалфей, смородина, земляника, зверобой, мята, лаванда, груша, лист, малина, джеда. Зилплод, клевер, чабрец, розоцвет. Офигеть, это все в составе. Что, наверное, классные. Прям все есть. Я возьму его. Пойдем, пойдем корм возьмем, попугая, кстати. Пока они забыли. Что тебе надо?
Так, мне кажется, в красном они по 29 рублей. Ладно, все, пойдем. Там еще что-то такое. Я вчера взяла это лакомство попугая, думала порадовать его. Потом смотрю состав-то вот, вот. Один в один. Единственное, что он на какую-то палку нанизан. Все. Мам. Такие вообще классные щетки. А есть такие? Смотри. Так, щетка овальная, малая. Это что, кошаков массажировать, что ли? Шрай классная, мне кажется. Вот так вот, да? Ноги-то, ноги. Ну, массировать ноги. Ты видишь, вот эти вот? Ну что, мы возьмем? Ну нет, конечно. Мам, это что это? Это рыбка. Корм для рыбок. Ой, нюхи взять что-нибудь. О, достала уже. Мам, давай возьмем вот это другое. О, мам, давай вот. Давай вам вот это. Ну, какая радость, это ей не хватит одного пакета, она же какая-то проглотина. Жрёт как не в себя. Ну что, мы идём сейчас? Вот такую, например. Жрёт как не в себя. Так, для котят, для домашних, для стерилизованных. Пойдем. Пошли. Алло. Так. Сладости-то, наверное, не надо, да? Нафиг мне ничего. Да, мам, возьмешь мармелад? Слушай, говорю, сладости не надо, он тут же говорит, возьмешь мармелад. Нет, да. Все, пошли. Мне еще порошок надо взять. Порошок надо взять, туалетную бумагу надо взять. Дома ничего нет. Ой, я хотела в Галамар подняться. Доктор Бэкман. Тоже сладкая, да? Зарубили, настроенный порошок. Я тогда в Галамарте порошок взяла, какой-то то ли корейский, то ли китайский. Он как концентрированный идет. И он мне так понравился. Наверное, мы туда еще сходим. Майми липы. Мам, а ты видела, человеки там идут, как машина, да? Угу. Вместе со мной. Кондиционер. Ой, блин, спать хочу. Сырки, колор, сохранение цвета. Я бы так-то шутки бы взяла вообще. Что, он здесь был? Ну, сегодня можно. Почему? Потому что не просто это я свое покупаю. Да что ты говоришь-то? Размечтался. Пошли. Его день. Подъехали к Ситимолу. Вообще припарковаться негде. Такой кипиш. В торговом центре народу умотаться. Это вообще просто трэш. Начала снимать видео, радио не выключила, у меня тут музыка поет. Все круто вообще, пришлось все удалить нафиг. Ох. Если встать, тогда все удалите, да? Я вообще сижу, прижатая, к рулю. У меня колени уперлись.
хрена, ничего не пойму. Не могу проехать, разъехаться. Надо было мне по другой стороне. Ну ладно. Сходили в магазин, потратили 1000 рублей. Ничего не купили, 1000 рублей нету. Вот так вот ходи по магазинам. Сейчас еще на заправку заеду. 1500. А я свои могу отдать все. Да? У тебя что, много денег? Ну да. Сколько? Я не посчитала. Я не умею считать. Как ты не умеешь считать? Все ты умеешь. Да. Все ты умеешь. Давай посмотрю сейчас. Раз. Вот до 6 что. Давай. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 29. Ого. 10. Конечно, правильно. 16, 29. Кто это? Пикает. Кто это пикает? Неправильно. Правильно, правильно. Так, елка мне обошлась 500 рублей вместе с этой штукой, крестовиной деревянной. Вон, вон она. Сейчас машину бы не запачкать, не завалить. Я ее только сегодня помыла. Придется потом чистить. Украшать даже сегодня, наверное, не буду. Я уже это, сил нет у меня, время уже. 8:00. Мам, я сейчас приедем. Ты будешь украшать? Угу. Ну, хорошо. Мам, а нам надо украшение купить. Почему? У нас все есть, надо в гараж просто сходить, найти эту коробку. Даньку отправим в гараж. Я найду. Ты найдешь? Угу. Да там ноги можно переломать в этом гараже. Ну я аккуратно буду. Хорошо. Хорошо. Ну ты помнишь, как я далеко залез? Угу. Помню. Летом, да? Угу. Народу много в магазине вообще. Около мандаринов там вообще какой-то этот ажиотаж. Как не едали никогда. Прям набирают, набирают пакетами. Че так много? Я бы тоже взяла, но что-то мне неохота было туда идти, в эту толпу. Драться там с ними. За мандаринки. А зачем драться? Ну это так образно. Толкаться. Драться, отбирать друг у дружки. А зачем мне отбирать? Можешь и не драться, не отбирать. Можно не драться, да? Угу. Ну ладно, не буду драться. Мам, буду, да. Все взяли. Мам, нам надо красный и белый. Зачем? Ну, миньон же с морозом. Да какой миньон? Мы взяли газировку, колу. Мам, морозовка осталась. Блин, да я не хочу, Вова, никуда уже заезжать. Я уже вообще устала просто. Ну, посидим, возьмем еще. Вот на самом деле. Сил вообще никаких нету. Как бабка старая. Полежать надо мне. Срочно. Да? Угу. Ну хорошо, что у меня это есть. У тебя тест есть. Кого? Вот это считать и показывать. Мандаринка. Что ты там мне показываешь? Вовочка, я за рулем и не могу смотреть. Не отвлекай я меня. Я тебе могу сделать. Так делай. Или туда? О, это как? Что ты там делаешь? Ну, тебе... Не надо, не надо, не трогай, пожалуйста. Там елка, ты сейчас поцарапаешь все сиденье мне. Каток работает. Мы даже на катке не были, уже 2 месяца прошло. Не 2 месяца, уже, наверное, 1.5 месяца прошло с открытия. Я все туда иду, 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 иду и никогда не дойду. Ладно, все, я сейчас заезжаю на заправку. Отключаюсь. Вон елка упала. Капец. Я тут все убираю. Столько иголок. Я ведь говорила, что все это. Капец. Сейчас. Вот они сейчас везде, вот эти иголки, они сейчас везде будут. Вот так мы. Ай. Так, как, угу. Вон что. Поцарапала, блин. Так, чем ее? Вот это. Thank you.
Нет, не поцарапала, это просто запачкала. Не должна была поцарапать. Да все, зайка, я уже все сделала. На, убирай. Только не царапай машину. Ты поставил елку? Чего ты елку не поставил еще? Да, это очень тяжело. Ничего не тяжело. Вон. Ну ты че? Как маленький. Вообще. Так-то бы ее на улице вообще оставить бы. Было бы классно. Так. Коврики надо стирать. Коврики надо стирать. Короче, завтра тряпочкой пройдусь. Вот здесь надо протереть тоже. Завалило все. Вот нет доставки, это что такое? Вообще ничего не пойму. Какая-то деревня. Окей. Смотрите, сколько снега навалило. Сколько снега навалило. Это Данька сегодня он так убрал. Тут убрал. Здесь почему-то решил, что здесь убирать не нужно. Вообще на улице 5 градусов, 4-5, минус 4-5. Такая красота, это вообще просто. Такую погоду только гулять и гулять, наслаждаться. Офигенно, офигенно вообще. Погода супер, кайф. Вот уже завтра мороз будет. Мороз-то я и не хочу. Так, ладно, елка пусть лежит. Сейчас Данька придет и пусть ее заносит сам. Это, вот Даня так снег убирает. Круто, да? Так, все, пойдем. Что ты там делаешь? Ты где, я тебя не вижу даже. Вот они. Можно вам взять игрушки? Ой, да я их сюда вытащила, ты вот тащишь все. Смотрите, что намело. Все, ведь надо это сметывать. Это уже тут как тут. Не успели приехать, она уже вперед машины бежит.